Всем привет! Купила мойву еще перед Новым годом. Вот такую упаковку, килограмм. И никак ее не приготовлю. Муж сказал, не буду жареную. Ему нельзя. Поэтому я тоже нашла рецепт на просторах интернета. И по этому рецепту сейчас будем с вами готовить мойву быстро, за 10 минут, без масла и без жарки. Она еще у меня не до конца разморозилась, но я ее сейчас залью водой, хорошо промою. Вроде бы она такая хорошая, крупненькая. По акции. Рыба дорогая в магазине, но это была перед Новым годом по акции. Я купила. И сейчас будем с вами готовить. Так, берем сковородку и режем. Я порезала одну луковицу. Можно и две порезать. Но я порезала одну, четверть кольцами. На дно уложила, а рыбу помыла. Не чистила, головы не отрезала, ничего. Буду делать такой быстрый вариант. И рыбку буду укладывать на эту луковую подушку. Теперь я должна налить сюда водички. Я из чайника. Вот так. Водички. Теперь бросим пару листиков лаврового листа. Смесь перцев у меня вот таких. И соль. Вот, неохота мне руками. Сейчас к рукам соль прилипнет. Я вот так солю ее. Так, перец я такой молотый не буду, а то будет остро. Если вы любите, можете молотый перец. Так, включаю я плиту. Так, сейчас она у меня, знаете что, закипит. В общем, рыбка получится на луковой подушке. Вот, мало я посолила. Посолить надо хорошо. Рыба любит соль. Закипит. И я поставлю таймер на 10 минут. Закрою крышкой. И через 10 минут у меня плита отключится. И мы с вами посмотрим, что у нас получится. Рыбка моя закипает. Можно, конечно, водички еще добавить, но я не буду. Я ее вот так сейчас маленечко придавлю. Так вкусно пахнет, кстати. Я даже не ожидала, что она так будет. Я люблю рыбу разную. Мойва тоже очень вкусная рыба. Она получается жирненькой такая, быстро готовится. Так, вот, она у меня закипела. И я сейчас убавляю так, такой на средний огонек. И ставлю ее на таймер на 10 минут. Через 10, конечно, крышкой закрою. Через 10 минут она у меня выключится и будет готова. Но только она как-то плохо кипит. Наверное, надо еще прибавить. Сейчас посмотрим, на какой огонек. Вообще, ее надо на средний огонь. И она у нас будет потихонечку готовиться.
10 минут. Рыба готовится быстро, поэтому долго ее готовить не надо. Ну все, кипит. Закрываем и на 10 минут оставляем. Вот смотрите, когда рыба кипит, у нее образуется пена. И вот эту пену надо обязательно снимать. Я пену сняла. Вот, видите, она кипит, образуется пенка. Надо ее снять, чтобы бульон был прозрачный, чтобы мы потом могли рыбку с бульоном как уху кушать. Так, ну все, рыбка моя готова, можно кушать. Вот, наверное, вам не видно. Вот так, сварилась. Сейчас я еще отварю картошечку и будем ужинать. Так, показать. Как ее показать, чтобы она у меня не сломалась? Смотрите, вроде как и ничего. А бульон какой вкусный, очень вкусный бульон. Так, вот так, вот такая рыбка у меня получилась. Вкусная, полезная. Всем приятного аппетита, здоровья, счастья, мира. Всем пока!